вечер, друзья! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас есть замечательный повод. 30 октября 2021 года Белорусский государственный университет отмечает свой 100-летний юбилей. На протяжении всей своей истории БГУ является флагманом высшего образования Беларуси, ее научным и культурным центром. Сегодня БГУ – это бренд, качество которого подтверждают инновационные технологии в образовании, сильнейший профессорско-преподавательский состав, востребованные студенты и выпускники. Дорогие друзья, Белорусский государственный университет поздравляет ректор Андрей Дмитриевич Король. Дорогая моя университетская семья, я поздравляю всех нас, университет, со значимой датой – столетием. Эта дата неразрывно переплетена с развитием и становлением всей системы отечественного образования и науки. Столетие БГУ – это праздник многих белорусов. Ведь вековая история старейшего вуза так или иначе в разной степени коснулась очень многих семей, связала судьбы многих людей, стран и даже наций. БГУ – это мощное вековое дерево, давшее стране более 185 тысяч выпускников, большое число научных открытий, а также плеяду авторитетнейших ученых и преподавателей. Именно поэтому празднование столетия БГУ – это прежде всего дань уважения, памяти и глубокого поклона этим людям. Уникальность университета в его особенной формуле и ее решении, где сочетаются и традиции, и инновации, опыт и молодость, единство и разность, но самое главное – неравнодушное отношение к университету его многотысячного коллектива. В этом сила нашей корпорации, ее глубинные смыслы и огромное университетское наследие. Я благодарен каждому преподавателю, ученому, сотруднику, каждому студенту за его личный вклад в развитие БГУ, за достойное представление университета в канун празднования его столетия, за те традиции, достижения, новые возможности, которыми мы богаты. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, без этого невозможно какое-либо развитие. Всегда ищите и не теряйте себя, находите путь к корням, общим корням с университетом. Любите и тяните время, проведенное в стенах университета. Оно лучшее время. Я убежден, что в последующее столетие и тысячелетие университет будет оставаться такой же глубокой цельностью, а значит ценностью. А мы, его современники, всегда будем с теплотой и благодарностью чтить Белорусский государственный университет. С юбилеем, БГУ! С юбилеем, дорогие коллеги! Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и выпускники, вся большая семья Белорусского государственного университета! С днем рождения! Сегодня вместе с вами мы погрузимся в волшебный мир музыки. Свою программу нам подарит уникальный творческий коллектив университета, который существует с 1946 года. Народный оркестр народных инструментов БГУ, дирижер Сергей Сальник. Thank you.
Белорусский государственный университет – один из лучших университетов мира. И этого было бы невозможно достичь без труда преподавателей и работников университета. Ведь многие из них не просто работают, а верой и правдой служат университету. Для таких людей Белорусский государственный университет – это особое состояние души. Мы уверены, что вы вместе с нами празднуете столетие университета. И специально для вас сегодня прозвучат самые душевные и самые проникновенные романсы. А исполнит их заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алихно. Я с большой радостью от всего сердца поздравляю Белорусский государственный университет с большой датой. 100 лет лучшему вузу нашей страны. Для меня БГУ – это как родной дом, несмотря на то, что я не учился в БГУ. Но каждый год, приезжая в Беларусь, приезжая на родину, я всегда стараюсь заглянуть хотя бы на минутку в это заведение, в этот университет. Я поздравляю ректора Андрея Дмитриевича. Я поздравляю весь преподавательский состав. Я поздравляю Управление по делам культуры с этим праздником. И хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы вкладываете не только свои знания, но и душу в будущее поколение нашей страны, в тех ребят, которые будут представлять страну за ее пределами. Передавать эти знания. Низкий вам поклон, с праздником. И для меня сегодня большая честь стоять на этой сцене и дарить вам музыкальное произведение. И мы бы хотели начать наше выступление с прекрасного романса «Узим бывают имена» в честь вашего юбилея. Thank you.
вами одна. Она была прекрасна всех. Она была прекрасна всех. Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь. А прошлое кажется сном. Мрачных равнин, измену забыв и покой, но память мой злой властелин все губит минувшее. Лошадей мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Все было и ложь, и обман. Прощай, и мечты, и покой. Но боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Дорогие друзья, я бы хотел представить вам лауреата международных конкурсов, мультиинструменталиста, прекраснейшую скрипачку. Встречайте, перед вами Вероника Сальник. И для вас красивый русский
романс. Очи черные. Вероника Сальник. Старым, да, и годы эти отошли.
длинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Thank you.
100 лет в масштабах истории – это небольшой отрезок времени, но сколько он вобрал в себя героического, мудрого и великого. Только представьте, сколько талантливых выпускников за все эти годы вышло в свет из Белорусского государственного университета. Это известные ученые, академики, лауреаты государственных премий, народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр. Университет гордится своими выпускниками. Дорогие выпускники БГУ, мы надеемся, что и вы помните и любите свою альма-матер. С трепетом вспоминаете свои студенческие годы, своих однокурсников и преподавателей, работников деканата и вахтеров в общежитии, бессонные ночи перед экзаменами и веселые студенческие капустники. А кто-то, может быть, и первую любовь. Для вас поет давний друг университета, певец Иван Буслай. Наслаждаюсь любовью твоею, возвращаюсь к тебе отовсюду. Я в ненастье тебя отогрею, я в разлуке тебя не забуду. Чувствовав серце ворошу, я грешу, грешу и каюсь, каюсь, каюсь и грешу. Жалкий раб земных утех. Каюсь, каюсь, слезно каюсь. Ты мой самый сладкий грех. Стала навеки судьбою, на тебя не устану молиться, наслаждаюсь твоей красотою и никак не могу насладиться. Чувствовав сердце ворошу, я грешу, грешу и каюсь, каюсь, каюсь и грешу. Наслаждаюсь. Наслаждаюсь.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tenga miedo tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho.
Никита, а что для тебя БГУ? Для меня БГУ — это, конечно, студенчество. Это бурлящий поток живой энергии. Огромное количество талантливых молодых людей, которые усердно грызут гранит науки. Участвуют в олимпиадах и турнирах, делают новые открытия, и при этом многие успевают петь в хоре или танцевать в ансамбле, играть в оркестре или, например, как я, вести мероприятия. А знаешь, что самое главное? Самое главное, что эти годы ты запомнишь на всю свою жизнь. Дорогой БГУ, спасибо тебе за наши студенческие годы. Для вас поет Руслан Алехно. Sento nell'aria profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto te, per te, per te vivrò l'amore vincerà. Sempre dovunque tu andrai.
quando sono sol ve sogno l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che in un cielo c'è in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sogno l'orizzonte, manca le parole. E lo sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me. Оркестр, с праздником, дорогой, родной БГУ, со столетием мира, процветания и добра. Низкий поклон. Дорогие друзья, мы еще раз искренне поздравляем Белорусский государственный университет со столетием. Желаем нашему любимому университету сохранения традиций, развития и процветания. Сплоченному коллективу БГУ реализовывать самые амбициозные и креативные проекты, достойно нести знамя элитарного университетского образования и науки. Всем студентам и выпускникам найти свой путь и достичь профессиональных высот. Будьте счастливы! Белорусский государственный университет с юбилеем! Виват Альма Матер! Виват БГУ! БГУ!